И всем большой привет, с вами Агантриус, и попутно снимает он Старов, и я решил поснимать Flatout 2. Да, вы, наверное, все помните эту замечательную игрушку, самую необъятную, интересную, да и вообще поражающую в том году. Ну, в 2006 именно, своей физикой, как сейчас видите на экране. Да, физика отличная просто, где-то 2006 года. Что ж, сегодня будем проходить синглплеер карьеру, да. Давайте начнем. Карьера. И нам сразу же говорят, выбери тачку, на которой ты будешь гонять. Что ж, либо пикап, либо вот такое говно. Но я выберу, пожалуй, Малис, хотя вот топ-спид хорошо, ну типа топовая скорость у Малис хорошая, 1.6, да? Акселерейшн, разгор больше всего вот этого, но она плохо удержится. Стрэндж, 7.8, Нитро... пожалуй, наверное, все-таки я выберу, Да, пожалуй, выберу пикап. Да, пикап. Что ж, да, у нас тут есть гараж, апгрейд и прочая вот эта херня. Что ж, давайте начнем. Дерби есть у нас, рейс и стрит. Карьеры. Да, тут будет очень много, но мы все это будем проходить, естественно. Что ж. Первая карта, первая гонка. Что ж, давайте начнем. Да, я знаю, что без музыки классической, той самой легендарной музыки, которая была подобрана специально для игры, не добавляет шарма. Да, соглашусь, реально, нет шарма того самого. Но ничего не поделаешь, именно авторские права. Да. Воу-воу-воу. Спокойно. Пока что проходим спокойно, без всяких вот этих бойн и прочего. Как вы, наверное, видели в некоторых летсплеях, у того же Булкина, да, было месиво, крушилово просто. И попутно еще успеваю догонять всех, но... У меня в этом не будет, потому что я привык всегда ездить спокойно, аккуратно, без всяких вот этих происшествий. Хотел сказать, но теряется же шарм именно Flatout 2. Соглашусь, да, он теряется, но ничего не поделаешь. Ну хотя, ладно, ладно, вы меня уговорили, ладно, давайте подождем. Давайте... Чтоб хотя бы нам не было одиноко. Давайте. И давайте-ка... Так, нет, это как-то скучно. Так, давайте догонять, наверное, Кэти Джексон. Я в эту игру давно, кстати, не играл. Воба! О, да. Воу, такс. Джек вырывается вперед. И давайте все-таки его немножко потараним, этого гаденыша. Хоть и первая гонка, но хочется все-таки разрушений. Давайте подождем, почему бы нет. Так. Такс. Такс. Давай. Сейчас мы куда-нибудь припечатаем на самом-то деле, потому что я хочу впечатать кого-нибудь. Хотя я понимаю, что мне не получится, потому что эти боты довольно умные. И хардовые, ну, как я понимаю. Так, давай. Надо припечатать куда-нибудь. Так, ладно, пусть пока что едет спокойно себе. Вот это, кстати, очень плохая была. Так, давай. Так, у меня сейчас Стрэндж, наверное, да? Давай. И... А, отлично. Вот за что я люблю Flatout 2. Так, ладно, давайте догонять. Потому что если мы не догоним, то нам жопа будет. Так, и бам, без всяких происшествий, оба, давай, опс, осторожно, ха-ха, отлично, супер, так, теперь давайте отрываться, наверное, Кэти Джексон, потому что у него машинка довольно быстрая, а у нас пикапчик, угу, молодец, вон что значит смотреть на дорогу. Блин, тут вообще классный физик, то есть тут, блин, все абсолютно тебе мешает.
предметы, осколки какие-то, бревна. Тут все проделано до мельчайших деталей. Ладно, давайте не бухтеть, а выигрывать. Пока что отрываться. По крайней мере, так сказать, на этом пекании. Так, опять осторожно. Так, снижаем скорость. И, собственно, вот. Первая гонка и удачная. Лучший круг у меня. Это хорошо. И сразу три места, да. Это классно, так что продолжаем. Но давайте для начала лучше посмотрим, что мы можем улучшить. Так, если у нас денег, конечно, хватит. Так, вот, все, все. Денег уже нету. Так, давай снова. И второй трек, окей? Без проблем. И опять все отрываются, конечно. О, ха-ха-ха-ха, обожаю. Рикард мочить. Оба. Оба. Так, и давайте припечатаем куда-нибудь. Давай. Давайте, вот я не знаю, куда тебя припечатать. Давайте в комбайн. Ага, спасибо. Меня в комбайн. Классно. Супер. Весело. Окей. Давайте все-таки... Так, блин, тут... Жалко, что малка не задел. Да, жалко, блин. На! Оба, давай, давай. Давай. Так, развернули, отлично. Догоним, кстати, Софи Мартинес, кстати. Первую, которая идет. Кстати, круги такие, можно сказать, даже не маленькие. Ой, какие не маленькие. Не длинные. Надо догонять, блин, уже. Салли Тейлор хотя бы обогнать. Такс. Ай-яй-яй. Это было очень плохо. Воу! Вот это было жестко. Конечно, такие месивы, как у Булкина, того же было в Fallout 2, Ultimate Carnage, но у меня вот старая добрая классика Fallout 2. Хотя, не знаю, кто еще снимает вообще Fallout 2, да вообще кто играет, то пишите в комментариях. Личная игра, игра, да, сама по себе классная, она суперская, то есть для своего времени, да, она очень классная, то есть, хотя, чё я вот пиздю, она и сейчас прекрасна, то есть, прям суперская, то есть, в, ну, да, она не прям совсем как современные какие-то прям игрушки, но она может похвастаться своей физикой. Да, это не Beam Engine Drive, или как называется, я не помню. Но тоже неплохо, согласитесь. Так, ладно. Мы не подамажили, конечно, никого сегодня. В этой гонке именно. Но лучше выигрывать. Первые места всегда. И получать огромные бабки. Да. Не, в принципе, кап нормальный, нормальный. Не знаю, как многие, которые выбирали, допустим, там Малис или вообще, как у Софи Мартинус, этот Чили Пеппер. Вроде так называется, да? Так, и вот и финиш, и 45. Отлично, супер. Так, у кого самый лучший круг? Естественно, у меня. Самый крутой. Так, неплохо, нам заплатили сразу 4 места, классно, так, и 900. Так, доступно нам это, так что нам это не нужно, давайте прокачиваем снова. Так, Сенджай, наверное. Нитро, нитро нам не нужно. Пища, 600, пища. Так, ну давайте купим, почему бы нет. Все, отлично. Так, вообще могу что-нибудь купить еще. Range, wait. Нет, нам это не нужно. А, так, ну давайте еще. Давайте. Так, и... Ну, давайте вот это попробуем. Попробуем сыграть. В эти трюки. Так, ну и это все помню, так что...
Не надо мне говорить, что я нуб там, впрочем. Вообще, так я понимаю, не имеет разницы, за какую-то тачку именно играть, потому что у всех же эти реактивные есть. Такси... Сотка. Я бы сказал, неплохо. Ужасно. Ладно, еще раз попробуем. Да, конечно, Булкин лучше, конечно, проходит такие трюки, но... Лол. Я не такой прям... супер-пупер крутой. Да. Плохо. Ну ладно. По какие-то деньги получаем, все-таки. Так, попробуем идеально пройти. Так, и... Давай... Ой, кажется, рано, походу. Кажется, рано. Рано очень. 95, окей. Да, это очень ужасно. Ноль. Ладно, не печалюсь. Продолжаем гонки. Да, это было ужасно. Ужасно зрелище. Ну, я в трюках не всегда играл хорошо. Но некоторые все-таки хорошо играл у меня. Это вроде бы с воротами, вот где там мальчик стоит, короче. Вот с этим я более-менее как справлялся. В детстве, когда играл в игру. А сейчас глупый какой-то. Так, пойдем здесь, наверное. Вау! Походу, какой-то глупый. Воу, столкновение. Вот за это мы и любим Фатал, за разрушение, месиво. И вот не попасть, ну как можно было не попасть в эту дурачку? Окей. Ты себе нажила проблемы. Салли. Тейлор. Так, давайте припечатаем куда-нибудь, давай. Отлично. Вообще супер. Так, и пойдем вот здесь, наверное, по этой дороге. Так, и давайте пропечатаем Малком. Надежда играет последний. Извини, Джек Бентон. Поспешили. Где не смешил? Или опоздал? Так, шатайся. Блин, вот как он стоял прям, вот знаете, прям... классно стоял. Да. Облажался немножко, но с кем не бывает. Так, надо бы ее припечатать куда-нибудь. Вот так вот. Джек Бентон, стой. Стой, малыш, стой. Ты куда это собрался? Я право не давал сматываться. Джек, стой. Стой, малыш мой, стой. Давай. Давай. Давай тебе припечатаю куда-нибудь, а? Ну ты же хочешь, да? Ты же хочешь, верно? На! Отлично. Обожаю рвать жопу Бентона. Так и надо играть в Fatal 2. Ну, конечно, с мой летсплей не сравнить с Булкином. Конечно, Булкин One Love, собственно, естественно. Хотя иногда все летсплеи, которые я снимал раньше, да, я постоянно молчал. Ну, такой весь я молчаливый, не комментирующий. Я вообще хотел записывать сначала видео, типа, почему бы не записать обычное видео, да, без голоса, без всего, типа, как на фон, да, ставить некоторые ютуберы, типа, себе в разговорных видео. Я так же хотел сделать, но потом передумал, что там, немного. Потому что это тупо. И, кстати, мы знатно оторвались, я так понимаю, да? Да? Ну да.
принципе, мы выиграли уже, да. Джейсон Уокер. Чпокер. Так. Так. В принципе, не самый, конечно, лучший результат, но тоже неплохо. Так, и 1-5 практически. Неплохо. Неплохо. А у кого самый лучший? У меня. Классно. Супер. Везде самый лучший. Давайте я не буду ничего улучшать, а продолжим. Так, стрек еще один. Три снова. Круга. Мне вот надо. И бамс. Как же обожаю Уокера. Иди гуляй. Опа, оба, оба, оба. Отлично. Просто супер. Бамс, бамс, бамс. Да, блин. Ну, съеби, блинский. Сали, сали лицо. Джек Бентон куда-то ушел. Такс. Бам! Что такое? Что такое? Не нравится? Не нравится, да? А мне пофиг. Отлично. Так ему и надо. А мы отрываемся тупо на прямой. Так, вот тут осторожнее. Свали. О, блин, самые ненавистные люди. На самом деле, я ненавижу Джека Бентона больше всего. И Софи Мартинес вообще. Особенно в стрите, она прям вообще жесткая там. На огромном каньоне вроде гоняет, я не помню. Короче, жесткая чувиха, короче. Такс, 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 такс. В принципе, неплохо оторвались. Да, неплохо. Супер, просто класс. Возможно, я сделаю, как Булкин сделал раньше, ну, тогда, когда снимал Fallout 2, Ultimate Carnage, он сказал, типа, неделю Fallout, типа. В принципе, я могу тоже сам попробовать, но не знаю, хватит ли мне сил снимать постоянно Fallout целую неделю. Вообще, честно, я сейчас восстанавливаю свою статистику, ну, потому что, типа, статистику канала, онлайн, график, вот это все прочее. И стараюсь выпускать намного чаще видосы. Но у меня не получается. Это плохо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ого. Боже, ну какой же идиот просто. Вожу как ненормально. И мне до сих пор никто не догоняет. Джек Бентон впереди опять. Вон он, я видел его. Отрываемся, значит. По полной. Так, скорость, в принципе, неплохая у пикапа, на самом-то деле. Но похуже, чем у соперников. Так что да. Берем во внимание. Так, тут осторожно. Не, вот просто представьте, игра 2006 года. Выглядит прям классно. А самая первая часть, да, Fallout, которая вышла, да, вообще прям классно. То есть прям шедевр, можно сказать. Просто прикиньте, в 2006 году такое сделать. Это же потрясающе. Blast Master. Мастер по взрывам. Ладно, хорошо. Понял. Так, что нам нужно? Гирбокс, наверное, улучшим. Так. Ага, окей. Больше ничего, в принципе, нету. Экзауст. Это у нас что? Это у нас ускоритель. Окей. Сейчас мы прокачаем эту малышку. Сашпен, я не знаю, нужно ли нам это. У нас так управляемость отличная. Нам нужно, наверное, только вот это. Нитро. Давай, почему бы нет. Ну и тарс какие-нибудь. Давай вот. Давай вот эти. Отлично, все. В принципе, деньги сохраняем на следующую тачку, наверное. И еще остался еще один трек.
Кстати, это та же самая карта, только с другой стороны. И, как всегда, они быстрее меня. Вот замечаю очень постоянно, что они всегда быстрее меня разгоняются. И это то ли плохо, то ли хорошо. О, жестко было. Очень жестко. Так, Джек. Да, вот. Да. И очень хорошо попадаю в цели. Да. Отлично. Отлично. Надо мало кого догонять. Супер надо. Так. Так, ну. Отлично. Угу. Догоняет. Так, вот тут опасно. Так, сюда, я помню, надо резкий поворот делать. Оп. Ну-ка, как они справятся? Ну, ладно. В принципе, в этой катке я не хочу вообще никого таранить, в принципе. Никого-то бить, унижать. Потому что я этого не люблю. Пока что. Пока что я хочу просто тупо выиграть и победить уже. И давай на отрыве, типа. 112. Ну, такое. 1.30. В принципе, неплохо. Я бы сказал, даже очень неплохо для пикапа. На такой карте. А, кстати, это не одна и та же. Окей, окей, беру свои слова обратно. Она немножко переделанная, что ли. Так, кто у нас? Суфи Мартинес уже впереди. Угу. Неудивительно. Фэнк Малков. Окей, окей, все, спокойно. Кто камни, блинский, разбросал? Дебил, кусок. Так, оба. Не друг, не друга. И поехали. Так, нет, копим, копим, копим. Я всегда, кстати, на этом завороте очень врезал сильно. Ну давай. Оба. Оба. Неплохо идем, неплохо. Очень даже неплохо. Хотя вообще изначально хотел Малис выбрать, да, начальную машину, но потом подумал, нахрена надо. Она же хуже, чем пикап, управлять хуже. Да и нет прям такой тяги. Силы нет, нельзя никого таранить нормально. То есть, ну, отстой, короче. Ну, Чили Пеппер так вообще говно. Но, когда я начинал первый раз играть в эту игру, да, я сначала брал Чили Пеппер. Я вообще не понимал, что да как. Я просто думал, что это обычная гонка и все воспринимал. А потом я, когда повзрослел, да, где-то 3 года назад начал в нее играть снова. Я такой, вау, офигенная игра. Начал понимать абсолютно все. Физику, машины, вот, как все влияет. Я такой, вау, да это же игра, просто супер. А тогда я понимал, что, ну, обычная игра такая себе. Обычные гонки, как во флеших играх таких. Да, просто немножко лучше сделано. Ну, мне тогда вроде было 10 лет, что ли. Или 9, не помню. Да, вот такие, короче, истории. И мы уже, кстати, на финише практически. Доехали без происшествий. Кто у нас там впереди до сих пор? Софи Мартинес, ну, удивительно. И новый рекорд, новый рекорд, новый рекорд. Давай, давай, давай. И да. Ух, это было довольно неплохо. Да. Отлично, денег заработали. Фастислэп только, ну, такое. Окей, 1100, вот это деньги. О, дерби. О, шейкер. О, супер. Ревард. Давайте прокачаем, почему бы нет. Для дерби. А, что бы взять? Так, вот это возьмем. Так, вот это тоже возьмем. О, Recalibration. Ну, нам это не нужно, в принципе. Мы берем все самое лучшее на дерби. Так, Suspension нужен? Надо. Надо. Так, что еще осталось? Вот это, наверное, да? Нет. Вот это. Угу. Значит, все прокачано у нас. Окей. Значит... Идем очень. И давайте напоследок дерби, наверное, закончим.
На моей любимой, кстати, карте. Контакт таймер. Уже. Я не знаю, выиграю ли я или нет. Но... Я не знаю, выиграю или нет. Не, походу я не выиграю, потому что лоу. Оба. Отлично. Так, неплохо. Оба. Там замес. Замес дикий. Замес. Оба. Ну вот это класс. Да. Суперски. Просто классика. Я сейчас говорю, реально игра фановая и веселая даже в 2012 году. Потому что лоу-лоу. Она офигенная. Веселая, с ребятами можно поиграть, с какими-то друзьями. То есть игра реально классная. То есть прям суперская. И сейчас нам, кстати, надо мочить, кстати, вот этого уебищного Малка, у которого, блин, этот гребаный пикап, который даже лучше, чем вот этот пикап Салли Тейлор. Просто, блин. Он очень жесткий, но он очень живучий, гад. Но меня, кстати, не протаранили. А, отлично, суперски. Но меня, кстати, не протаранили ни один раз еще. Ну, немножко задели, так чисто так вот. Дружески, знаете. Отлично. Ау. Это было довольно больно. Оу. Такс. Окей. Оу, жестко. Так, я избежал смерти. Явно. Такс, окей. Такс, надо солитера уже замочить, да? Да, угу. Замочить. В каком-то плане замочить. Такс, окей, окей, окей. Давай. Давай. И давай последний удар. Отлично. Супер. Суперски. Ну что же, Малковые стали только Салли Тейлор и Рэй Куртур. Давай, и... Ну что же ты, блин, блинский. Немножечко так прикоснулся. Слышь, ты чё, охренел? Ты чё, блин? Я понимаю, ты самый дерзкий там, наверное. Боже, ну как же он меня бесит, честно. Ну прикиньте, с этого идиота я, блин, проиграю. Но нет, ты не выйдешь с этой игры. Отлично. Сам умер, сам. Я ничего не делал. О, да. Первое место. Да, классик. Да. Что ж, на этом все. На этом серия заканчивается первая. Так что всем удачи и всем пока.